Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости канала! Сегодня у меня очередной отчет в рамках совместного проекта «Весна шагает по планете». Автор проекта Валентина Романчук. В проекте участвует 20 девочек, 20 блогеров. Мы вяжем различные изделия и периодически делаем отчеты о проделанном своем вязании, что мы связали. И вот сегодня я хочу показать вам свою вот работу. Значит, я вяжу в рамках проекта «Кружевной апрель», я вяжу аджурный джемпер из вот такой вот пряжи. Вот пряжа от Пехорки, австралийский меринос. Вот такая пряжа. Значит, состав пряжи. 95% мериносовая шерсть, 5% акрил высокообъемный. В 100 граммах 400 метров. Далее. Производитель рекомендует спицы номер 3. Я вяжу на спицах 2,5 мм. И название цвета. Значит, вот здесь написано. Австралийский меринос, 79 календула, лот 1616. Вот такая же замечательная пряжа. Ну, вы видите, такой вот яркий-яркий цвет календулы. Цвет такой, как лососевый, как будто бы коралловый. Ну, я не знаю, насколько камера передает, но он вот поднесу поближе. Он вот такой яркий, яркий такой вот цвет. Пряжа сама по себе, меринос сам по себе, конечно, мягкая пряжа. Вот, замечательная пряжа. Вот, мне очень нравится. И, значит, хочу сказать, что вот я уже, посмотрите, сколько я провязала. Вот я вяжу, вот так я положу. Вот я вяжу снизу. Это будет джемпер с имитацией вшивного рукава. И я уже вот провязала проймочку. Сейчас покажу вот так вот. Вот уже проймочка, только я вот только-только ее провязала. Вот. Это будет такой вот, и он будет приталенный. У меня вот здесь вот приталивание есть. Так, как тут показать? Вот начинается, и потом плавно-плавно, и опять вот сюда увеличивается в объеме. Ну, вот такой вот у меня будет джемперок. Значит, для этого джемпера я делаю мастер-класс. Вот, приглашаю всех посмотреть и хочу показать, что я уже перед начала вязать. И вот передние полочки, вот сколько у меня провязано. Ну, вид здесь может быть, видите, вот этот тросик, он такой немножко, ну, это турецкий трос, он такой гнется во все стороны, не то что Адди. Ну, в общем, я надеюсь, видно. Вот видно, сколько провязано. То есть все в работе, все в процессе. Вот. И хочу сказать, что будет мастер-класс. В конце, наверное, апреля или в начале мая будет мастер-класс. Скорее всего, это будет из двух или из трех частей мастер-класс. Вот. У меня такого джемпера на канале еще нет с имитацией вшивного рукава. Поэтому приглашаю всех желающих. Вяжите вместе со мной. Заходите на канал. Всем гостям я буду рада. И также хочу сказать, кому это видео показалось интересным или полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, мне будет приятно. И я всегда рада видеть новых подписчиков. И, собственно, на этом у меня все. Больше других я процессов не начинала, я только показала, что я провязала за неделю. И хочу также сказать, что в инфобоксе будут прописаны все, значит, наши участницы, все наши блогеры, которые вяжут вместе со мной, будет прописано, указаны их ссылочки. Проходите, пожалуйста, по ссылочкам, смотрите на работы других участниц. Вот, там много интересных каналов. Девочки вяжут различные вещи, и крупные изделия, и спицами, и крючком, и плечевые изделия, и более мелкие. Вот разные изделия. Проходите, смотрите, подписывайтесь и на их каналы. Вот. Ну и, собственно, на этом у меня все. Всего доброго, пока-пока. До новых встреч!